Привет всем, с вами Лига Мюзик Варс. Ну а сегодня у нас массовая прокачка силового конденсатора. Сколько же нужно рубинов, чтобы реально вкачать его на плюс 15? Многие задаются этим вопросом. Конечно, за звезды качать это будет еще дороже, но все-таки рубины есть рубины. Так что смотрим, комментируем, обязательно лайкосик за самый быстрый прокач силового конденсатора. Давай, поехали, носорог. Прям прямо к 15.